Всем привет, с вами Полтим, и в этом видео предлагаю поговорить о игре с тактическими битвами на самурайских мечах. Называется игра Glory Ages Samurais, и она чертовски увлекательная. В игре имеется два режима, бесконечный, к которому мы вернемся позже, там вы крошите вашего соперника на картофель фри, пока сами не помрете. Ну и главы, которых здесь 10 штук, и в них есть подуровни, то есть играть вы будете долго, это 100%. Вначале давайте посмотрим на уровни. Здесь вы должны убить определенное количество врагов на уровень. Поначалу вас ждет 2 врага, а потом с прохождением их будет становиться больше. И враги здесь, знаете, они умные. Дело в том, что в игре есть искусственный интеллект. Враги могут вас обходить, окружать, контролировать и блокировать ваши удары во время сражения. Они реагируют на гибель своих солдат, а также разнообразно жестикулируют в течение боя. То есть просто за врагом наблюдать уже интересно, и вы можете буквально не заметить, как покрошат вас. Также в игре необычная графика, она буквально вас располагает к игровому процессу. Очень приятно играть, и тем более тот саундтрек, который на фоне, это тематическая музыка, которая еще больше погружает вас в игровой мир. Управление реализовано с помощью джойстика для движения вашего персонажа, а также с помощью кнопок для различных вариаций ударов или блокировки ударов уже вашего соперника. Также внизу вы можете увидеть строку ярости. Набив определенное количество оппонентов, вернее накрошив их, эта строка заполнится, и у вас появится дополнительная возможность в виде этой самой ярости, где ваш оппонент будет разлетаться на все стороны. В конце каждого уровня вам будут даваться монеты. Потом эти монеты можно тратить на покупку оружия. Например, купить различные самурайские мечи или катан, которых здесь очень много. Также можно поменять персонажа, опять же, за монеты. Персонажи отличаются по своим характеристикам. Конечно, самые дорогие – это и самые выносливые. Еще по ходу прохождения вам будут даваться очки навыков, и вы сможете прокачивать вашу силу атаки, здоровье или выносливость. Бесконечный режим, его еще можно назвать режим, пока не помрет ваш герой, это по сути так и есть. Вы ограничиваетесь только жизнью вашего героя. Пока у него жизнь есть, вы играете. Вы должны порубить как можно больше соперников и продержаться как можно дольше на уровне. В общем, игра Glory Ages Samurais определенно заслуживает вашего внимания. Она бесплатная, есть на iOS и на Android. Чертовски увлекательная вещь, поверьте мне, я сел записывать обзор и пропал буквально на 40 минут. Потом очнулся и все-таки закончил видео. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Переходите, качайте прямо оттуда, ничего искать не нужно. Оценивайте видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал, делитесь видео с другом, не забывайте о яблочках. Пока!